О создании безбарьерной среды в Кустанае говорится немало. Но по факту инвалиды-колясочники по-прежнему не могут добраться до ближайшего магазина, аптеки и парикмахерской. Обычно выезд на прогулку для Азамата Елемисова – настоящее испытание. Молодой человек ежегодно добивается, чтобы понятие «доступная среда» в его родном городе обрела не только техническое значение. Я с 2011 года уже на инвалидности сам. Постоянно сталкиваюсь с проблемой подъема. Доступности нет у нас в городе элементарного. Сейчас даже вот аптека стоит, впереди тоже нет у нее. Вот сюда тоже подняться как-то одному это не вариант. Азамат живет в центре Кустаная. Летом старается чаще выходить на прогулки. Однако попасть в те места, куда обычно приходят горожане, он не может. В прошлом году Азамат Елемисов принимал участие в подобном рейде. После выхода сюжета многие предприниматели обратили внимание на доступность к своим объектам. Но большинство сделали это для галочки. Кнопка вызова-то не работает. В парикмахерской по проспекту Абая хоть и установили кнопку вызова, только на звонок никто не откликнулся. В салоне объяснили, что сели батарейки. Администратор при нас заменила их. Здесь же по соседству расположился магазин верхней одежды. Пандус здесь крутой, отсутствуют поручни. Магазин одежды сюда подъедешь, а как заехать, никак не заедешь. Элементарно никуда не позвонишь, просто здесь будешь кричать в рупорт. Наш участник рейда мечтает самостоятельно ходить по магазинам, посещать кинотеатры, кафе. Но с этим ежедневно возникают сложности. Захочешь купить цветы девушке или кому-нибудь, маме, папе, не купишь цветы, потому что не поднимешься элементарно. У них даже звонка вызова здесь нету. Вместе с Азаматом мы объехали 4 аптеки в центре Кустаная. В 3 из них отсутствовали пандусы. Технические характеристики на установку подъемника уже находятся в процессе. А вот в 59-й аптеке 2 месяца назад появился подъемник. До этого у них не было подъемника. До этого мы поднимались вот по этому. Вот по вот этому. Пробовали, по крайней мере. Изначально они поднимались по пандусу, была установлена кнопка вызова. Сейчас стало более удобно. То есть, ну, по технике безопасности все-таки сотрудник также должен присутствовать. Несмотря на то, что здания города в большинстве своем остаются для инвалидов недоступными, наш герой отмечает доброту кустанайцев, которые часто предлагают свою помощь в преодолении очередного барьера. Манарбек Осколов, Балсло Аликенова, РТН.